Чувашской республике торжественно открыли юбилейные 50-е республиканские финальные игры юнармейского движения «Зорница и Орленок». Игры проходят с 19 по 22 июня в Цивильском районе на базе лагеря «Звездный». В финале юнармейских игр участвуют 82 отделения, победители районных и городских этапов. Участников поздравил глава Чувашской республики Михаил Игнатьев, отметивший важное значение юнармейского движения в патриотическом воспитании молодежи. За бескорыстное служение обществу были вручены 5 нагрудных знаков Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» и один знак «Юнармейская доблесть» второй степени. Для участников финальных игр подготовили выставочные площадки, рассказывающие об истории юнармейского движения в Великой Отечественной войне. Участникам финальных игр предстоит непростая борьба за победу. Им предстоит доказывать, что они лучшие, участвуя в творческом и теоретическом конкурсах в строевой подготовке, марш-броске и кроссе, преодолении туристской полосы препятствий. Также определят победителей и призеров в силовой гимнастике и плавании, пройдут соревнования по разборке и сборке автомата и стрельбе, в спортивном ориентировании и ОБЖ. Станут известны сильнейшие в конкурсах «Командир шагает впереди» и «Дисциплина и порядок».